Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. Во вторник в Самарской области пасмурно. Осадки в виде дождя и снега. Потеплеет. Температура воздуха в дневное время плюс 1, плюс 2 градуса. Ночью плюс 1, плюс 3. Ветер западного, юго-западного направлений. Скорость 3,7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, сильный дождь. Днем 1 с плюсом, ночью 3 градуса выше 0. Ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 1 градус, ночью плюс 2. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, дождь, вечером сильный снег, днем плюс 1 градус, ночью также плюс 1. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 100%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.